Это семейство змей встречается в южной части Африки. Живет в кустарниках и полупустынных районах. Имеет цилиндрическое тело и цвет черный с более светлым животом. Она поднимается на поверхность после проливных дождей летними ночами. У нее крошечные глаза и огромные шарнирные клыки, расположенные прямо под глазами. Яд обладает цитотоксическим действием, вызывая некроз, за которым следует гангрена. Питается в основном мелкими рептилиями, но и маленькими мышами. Они откладывают до восьми яиц летом. Когда змея собирается сбросить свою кожу, цвет меняется на фиолетово-синий цвет. Хвост короткий и на конце хвоста короткий шип. Длинные клыки могут складываться назад, когда они не используются.